Здорово, ребята. Тут чел. Хуйло! Вот хуйло! Конец тебе! Куда ты, молодой, блядь? Как он не умер, блядь? Фу, блядь. Как ты сразу не умер? Ебануться. Я перестал стрелять не потому, что у меня патроны кончились. Почему? Я перестал стрелять, потому что я думал, что все, он падает, типа, понял? Не понял. Граната! Сосать! Жестко, жестко. Да, это жестко. Ебать, там прыгают нахуй, дятлы. В адеквате там. Актер. Я ждал этого момента тысячи лет. Сидит, ноль звуков, блядь. Компания Oriflame, каталог, помадка. Больно. Понимаю, друг, бывает такое. Больно. Вот геймплей у чувака. Я понимаю, что он, у него говно и палки. Но, блядь, это же скучно. Очень странный рейд, конечно. Слушай, я убил двоих и не полутал их. Чего? Похуй плюс похуй. Молодец. Молодец. В натуре классно. Читер-тиран на ваших экранах. Бам. Просто расщеплил нахер. Типо. Ай, больно в ноге, бля! Забайтил его на хуйню. Сидит, смотри, блядь. Приколист сидит, смотри. Сидит, блядь. Ты заебёшь. Он заебёт. Как ты заебал? ЧВК. Ну нахер. Ты кто такой? Мега хорош. Светочки упал. А, тут крыска сидела. ЧВКшник перед нами. Скидываем рюкзачок. Это точно ЧВК. И он точно здесь. Он ниндзя ебаный. Слышу его. Молодой человек, здравствуйте, компания Oriflame. А вы знали, что в кусту сидеть это, ну, плохо? Вообще, похую. Некрасиво так поступать, молодой человек. Некрасиво так поступать, вы знали? Что такое? Вы знали? Некрасиво так поступать, молодой человек. Молодой человек. Молодые, неопытные тут. Никто им не сказал, что так нельзя. Он даже не понял, что я рядом. Thank you.
Кокс.